Всем привет! Я Кристина, а рядом со мной сидит моя младшая сестренка Вика. Мы снимаем на конкурс «Откупи ребенку.ру», на конкурс «Креативный рукодельный». И в этом конкурсе надо было шить своего питомца своими руками. А также написать анкету. Сначала я вам расскажу предысторию. Его предки – это мама-рыба, папа-кот, а бабушка-чу. То есть кот с крыльями. По идее, ему передалось по наследству крыло, которое от бабушки, тело кота, папы, от папы, то есть, и хвост от его мамы. Вот и получилась такая вот порода, чу-кот-рыба. Это я рассказала такую предысторию, потому что, почему, то есть, его называют чу-кот-рыбой. Теперь почитаем анкетку. Его имя чу-кот-рыба Свит. Ему 101 год. Его порода чу-кот-рыба. Его родители, повторю, мама-рыба, папа-кот, а бабушка-чу, то есть кот с крыльями. А принадлежит он Хани Свамп. А теперь давайте посмотрим на нашего питомца чу-кот-рыбу Свит. На левом ушке у него два бантика, один розовый, другой фиолетовый. Глазки у него из белой нитки, а ротик из розовых. На грудке у него есть пушок. С левой сторонки у него есть крылышко, то, которое передалось от бабушки по наследству. У него черные лапки. А также я сплела фенечку, потому что идет переход от его тела кошачьего до хвоста. А задняя сторона черная в полосочку, такие же, как и его лапки. С передней стороны. Это было все о вот этом питомце и о анкетке. Также у него появился друг. Его зовут мистер Бзик. Он удалек с хвостом рыбы. Его хвост под водой светится. Он не принимает участие в конкурсе. На этом все. С вами была Кристина и Вика. Если вам понравилось это видео, то поставьте пальчик вверх. И поддержите нас в комментариях. До свидания.